Всем привет, всем привет. Помните, вчера я вам снимал про жареную курицу, на сковородке жарил. И она у меня получилась жестковатая. Вот. И как я вчера пол курицы пожарил, а половина осталась, вот грудинка. Я решил ее просто отварить. Вот такая вот грудинка. Ну, спинка тут и грудинка, куриная грудинка. Вот я просто ее отварил. Сейчас кушать вареную курицу. Вот. С отжичкой. Еще у меня отжичка, друзья, вот такая вот. И с хлебушком. Вот, в общем, друзья, вот такая вот курочка. Такая вареная курочка. Вот. В общем, друзья, если вы тоже сейчас кушаете, давайте вместе покушаем. Приятного вам аппетита. Ну что? Сейчас я хлебушек не взял, сейчас возьму. Так, взял хлеб, вот он. Ну и что? Будем вот так, беру курицу. Так. Чтобы он был видно. И давайте кушать ее. Отжички вот так. Помажем отжичкой, чтобы вкуснее было. Так вкуснее будет, друзья. Еще отжички. Помажу отжичкой. Очень вкусненько. Вкусная курочка. Она хорошо сварилась, такая мягкая и вкусная. Я ее варил, правда, долго.
нашел вкусно очень, друзья. Очень сочетается. Грудинка мяса, белое мясо. Хотя, я больше, честно говоря, люблю в курице окорочка и крылышки больше всего. Хорошо сварилось именно мясо такое классное, мягкое.
счастья.